Выходные на этой неделе получились довольно жаркими, как в плане погоды, так и в части праздничных эмоций. И, пожалуй, для того, чтобы немного остудиться, вечером в пятницу на День молодежи всех желающих расстреливали из пенной пушки. Это развлечение стало гвоздем программы в рамках вечерней дискотеки на площади Советов. С 8 часов мы начинаем пенную вечеринку «Жаркая пятница». Сегодня мы разыграем 8 сертификатов в разные места нашего города, дабы доказать горожанам, что в городе Кумертау есть куда пойти, есть чем заняться. Не все же в интернете сидеть. Нужно все-таки выходить, нужно вместе объединяться, нужно дружить, нужно проводить вместе время ярко, с драйвом, с позитивом. Организаторы праздника не поскупились и на подарки, которые разыгрывали прямо на сцене. Для того, чтобы получить билеты в кино, абонемент в бассейн, спортивный зал или на аттракционы в парке, участникам пришлось постараться. Надували на скорость воздушные шары, попадали в ритм песни, ударяя в тарелки, или приседали с девушками на закорках. Как сказать, нелегко. Как думаешь, нужны такие праздники городу? Да, конечно. Побольше бы таких праздников. А почему? Зачем они? Ну, молодежь развивать. А то город пустеет, а молодежь гуляет не знаю где. А вот такие вот праздники их совмещают. Организовал праздник молодежно-подростковый центр «Самоцвет», и его сотрудники разбавили дискотеку выступлением местных танцевальных коллективов и певцов. Но насколько праздник удался, судить разновозрастным участникам и наблюдателям дискотеки. Однако совершенно точно можно сказать, что День молодежи – это праздник тех, кто в первую очередь молод душой. Сегодня у нас такой прекрасный праздник, подготовили «Самоцветы», пенная вечеринка, то есть первый раз у нас такое, то есть такой грандиозный праздник устроили. Вот хочу поздравить всех. Всего хорошего, чтобы в жизни было хорошо, все получалось. Ну что еще сказать? Здоровья, счастья. Я поздравляю наших горожан любимых, а также молодежь, поздравляю с их праздником. Желаю успехов им в продвижении, скажем так, чтобы они всегда оставались такими же яркими, позитивными, летними, не теряли надежду в себя, стремились к чему-то большему и вообще были такими же активными и продвигали наш город. Сейчас многие ребята общаются только через, скажем так, гаджеты, телефоны, интернет. Нужно такие вот создавать сообщества или вот просто собирать людей где-то, чтобы они общались друг с другом, чтобы они встречали себя друг друга, скажем так, общались больше, виделись, ну вот, чтобы общение какое-то происходило, а не просто в домах, погруженные в интернет.